По традиции, утро для многих рязанцев начинается с живой очереди. Все они пришли на выставку-продажу «Икра и рыба камчатская». Красная рыба по праву считается настоящим деликатесом. Она незаменима на профессиональных и, конечно, домашних кухнях. Кроме того, что красная рыба вкусна, она еще и очень полезна. Ненасыщенные жирные кислоты препятствуют возникновению атеросклероза, снижают уровень холестерина в крови, нормализуют артериальное давление. Кроме того, в красной рыбе много полезных микроэлементов и витаминов. Попробовать и оценить любой из видов рыбы на этой выставке-продаже может каждый желающий. После лакомого кусочка гости часто уходят с угощениями. Мы узнали, какую рыбку рекомендуют сами покупатели. Чавычу, конечно. Но вообще красная рыба очень, очень вкусная. К Новому году можно прийти еще раз и купить. Немножко все к Новому году купили. И чавычу, и палтус. Белорыбица, палтус, омуль, муксун, чавыча, нерка, зубатка и многое другое. Здесь представлено несколько десятков видов рыбы. Слабосоленая, горячего и холодного копчения. И, конечно, настоящий камчатский деликатес, который можно попробовать и приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Только икра и соль. Многие рязанцы приезжают на выставку камчатской рыбы уже не первый раз. Другие пришли впервые и хотят выбрать рыбку после того, как сами отведают ее. Я еще не пробовал, буду пробовать. До новогодних праздников остаются считанные дни. И многим рязанцам важно знать, в каких условиях хранить деликатесы к праздничному столу. К примеру, рыбу холодного копчения следует завернуть в пергамент и убрать в морозилку. А икру можно заморозить и хранить в банке. За сутки перед ее подачей на стол переложить в холодильник. При такой подготовке деликатесы сохранят свои свойства и витамины. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она продлится до 31 декабря включительно. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».